История знает множество финансовых крахов, которые потрясли не только инвесторов, но и весь мир. В этом видео мы рассмотрим несколько коллапсов, которые могли бы не произойти. Компаниям и организациям стоило только воспользоваться потенциалом технологии блокчейн. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Начнем. Одним из наиболее известных финансовых крахов был кризис 2008 года, вызванный обвалом на рынке жилья в США. Неконтролируемый рост цен на недвижимость и выдача кредитов неплатежеспособным заемщикам привели к серьезным финансовым потрясениям. Кризис повлек за собой коллапс многих американских банков. Знаковым из них стал Lehman Brothers. Главная причина его краха – вера общества в финансовые институты и их систему учета. Банкиры манипулировали бухгалтерскими книгами, накапливая и передавая активы, которые годами практически ничего не стоили. За 9 месяцев до своего закрытия банк Lehman Brothers опубликовал рекордную прибыль в размере 4,2 миллиарда долларов. Этот факт говорит о том, что финансовая отчетность фирмы не совсем соответствовала действительности. Сложности с балансовыми отчетами привели к тому, что людям стало практически невозможно узнать, заработал или потерял банк деньги в предыдущем квартале. Действующая система бухгалтерского учета достигла пределов своей масштабируемости. Финансовая безопасность важна, и технология блокчейн может помочь улучшить ее. Вместо того, чтобы регулирующим органам проверить операции банков через разные организации, блокчейн позволяет им легко следить за деньгами в реальном времени, открывая им доступ к общим записям транзакций. Это важно, чтобы избежать финансовых кризисов. Таким образом, регулирующие органы будут иметь четкие представления об общей ликвидности и распределение рисков. Властям больше не нужно будет строить догадки о состоянии финансовой системы. У них будет вся необходимая информация. Как макроэкономическое представление о потоках капитала, так и данные о конкретных узких точках, где требуется вмешательство. Еще рассмотрим пузырь доткомов, который лопнул 10 марта 2000 года. В это время интернет быстро набирал обороты. Появилось множество стартапов и компаний, но у них не было четкого бизнес-плана. Они не заботились об отчетности и прозрачности и не думали, как будут генерировать прибыль. Главная причина краха – переоценка акций. С 1995 года по март 2000 индекс NASDAQ вырос более чем на 500%, а уже к октябрю 2002 года упал до минимального уровня. Если бы в то время широко использовалась технология блокчейн, пузыря доткомов не было бы. Распределенный реестр обеспечивает прозрачность данных и компаниях, и их финансовых показателях. Благодаря блокчейну инвесторы могут получать более точные представления о реальной стоимости акций и покупать их осознанно. Кроме того, если бухгалтерские книги можно сфальсифицировать, то блокчейн записывает все транзакции и операции в неизменяемом виде. Так любой пользователь может проверить финансовые данные компании и их достоверность, а сами организации не могут их подделать. Блокчейн может быть полезным и в других сферах, включая облачное хранение данных. 2 марта 2023 года киберпреступники опубликовали на популярном хакерском форуме базу данных Банка Америки, которая содержала информацию о клиентских счетах. В ней были указаны имена и адреса клиентов, балансы и данные их банковских карт. Это произошло из-за уязвимости в программном обеспечении Move и Transfer. Оно использовалось для передачи файлов и обработки платежей мобильного банкинга. В результате утечки были раскрыты персональные данные более 30 тысяч клиентов Банка Америки. Даже такие гигантские компании, как Microsoft, Amazon, Target Corp, за последние несколько лет столкнулись с серьезными утечками данных, которые затронули сотни миллионов людей. Очевидно, что текущие решения недостаточно хороши для обеспечения безопасности. Но с помощью технологии распределения реестра конфиденциальная информация становится защищенной. Вместо хранения файлов на централизованных серверах, где они могут быть украдены, блокчейн позволяет распределить данные по всему миру. Кроме того, данные шифруются и разбиваются на фрагменты, которые связываются друг с другом через уникальные хэши.
кэши. Это означает, что даже если злоумышленники получат доступ к одному фрагменту данных, им будет крайне сложно восстановить полную информацию. А на этом все. А также рекомендуем посмотреть другое обучающее видео на канале «Как работает майнинг», откуда берутся токены и почему они дорогие. И задавайте свои вопросы в комментариях. Ответим на каждый. Всем пока-пока.